Ну что, всем привет, мои дорогие и дешевые, как обычно. Это мои хейтеры. Ну, в Ступино. У меня рубашечка завернулась. Поправь мне, Ленус. Конечно. Моя жена, это мой ребенок. А это мой муж. У нас нестандартное семейство, да? Нас трое теперь, да. Вот. Сейчас все блогеры, блядь. Да. Сейчас будем искать, короче. Что-то. Сейчас будем искать ребят. Сейчас на земле. Но сначала мне надо помойку найти. У меня колясочка заберет. Там просто... Ой, Серёня. Здорово. У нас скоро плюс один Б будет. Да. Одна Б. Б. Это не блядь, это блогер. Три видео даже есть уже. Ну потом я вам оставлю ссылочку на ее как-нибудь. Как-нибудь, хорошо себя буду вести, да? Нам вот сюда надо, а не туда придут. Идем к Юльке с Женькой. Ну. Всем было интересно, где ты живешь, какое прекрасное место и почему ты отсюда уезжаешь отдыхать куда-то. И мы прямо с высоты птичьего полета сделаем обзор на весь наш город и прилегающие территории. Денчик вчера летал. Это не параглайдинг же. Параплан. На параплане, да. На параплане летал, да. Понравилось? Да. Сколько стоило? Что-то 2500. 2500 за 15 минут. Ну там по факту больше. Ну да, там плюс взлет, плюс там посадки. У меня одно видео на 15 минут. То есть, и я уже снимаю. Так что приезжайте к нам, полетайте тоже. Смотрите, мы сейчас поедем на танках кататься. Что это за Катюша? Катина новая, да? Новая. Что это за танк? Обычная пушка. Обычная пушка? Без названия, аббревиатура? Пушка. Смотрите, летает квадрокоптер. Съемку ведет. Очень быструю съемку, если честно. Ничего не успеешь разглядеть. Любого, мне покер. Я уже за 200 готова мороженое. Я тебе сказал, вот тут вот мороженое магнит для Пятерочка. Нет, там нет. Вот тут вот. Нужно там надо сходить. Надо идти туда, чтобы потом... А мы как-то... Сдвигаемся. Еще магазинчик за мороженым. Ну, я не с мороженым. У меня коньяк. Коньяк с колой. Сестре не дозвонился. Поднял младший брат двоюродный. Сестра где-то шляется. Короче, все наелись, вроде напились. У меня, кстати, блядь, закончился коньячок, представляете? Сейчас пойдем в концертной зоне. У нас тут малышка кушает. А я все ближе к Москве, кстати. Склоняюсь. Так что, может, я уеду тусить. 2.45, сам последний. Да, вот. Ну, короче, есть и на машине я могу ехать, и на электричке. Единственное, меня волнует один вопрос. У меня не хватает коньяка. Я там подписчика хотел с тобой встретиться. Нет, это хер с ней. А, блядь, ну это туда, дорога. Не в дороге, знаешь, что-то пить? Алкоголь продают здесь? Да. То есть не ограничен, да? То есть до 11 я еще куплю что-нибудь. Ты все, закончил съемку? Нет, я еще не закончил. Закончил. Короткими отрывочками. Там, кстати, можно до 20 видео вставлять всего лишь. Куда? Вот в этом приложении. Ну нормально. Ну, склеивать где? Мы все никак... Нет, здесь очень много народу. Пойдем. А как мы пойдем? Надо здесь идти, да. А там, ну, только по той стороне. Не, давай прям здесь пойдем. Пойдем здесь, да. Народу дофига, темно уже. Вот попкорнчик. Ну, здесь рыночек такой, знаете, вон там сцена впереди. Игрушки, шарики, шашлыки, мушлыки, кто желает. Народу, конечно, много. Ой, а тут вообще нет никого. Кто-то выпивает официально. Тут что-то делают. Дыхание дракона. Это мое дыхание. Кстати,
Хаклберрис Хилтон. Короче, мы как лохи пришли вообще не туда. И он как лох. А вы что, не пришли? А я сразу сказал, что это не туда. Ну конечно, а пошел туда, да? Мне похрен не туда, чёрт. Я трезвый, мне очень не пиздец. Ой, нашел оправдание. Лох бы напухался даже, блядь. Зато мы просто на работу не обращаем внимания. А я еще и за рулем взломал. Ой, фигняшка, блядь. Так, короче, мы идем в обратную сторону. Сейчас будем искать. Я позвонил Юльке, она сказала, что мы вообще в другой стороне. Ни одна проблема, бухло закончилось. Надо искать магазин. Что там здесь? Пройдем. Нам бы вообще перейти. Шашлычок кто-нибудь желает? Вкусненький, свеженький. Свеженький? Ты все, что поссал? Нет, я не нашел. Ёб твою мать, стесняшка. Да, блядь. В темноте никого не видно. Быстрее. Ой, блядь. Сори, споткнулся. Смотри, какая толпища народу. Просто. Народу. Моя многодетная семья. Меня чуть не сшибли. Да? Всех эти шарики. Вообще бизнес можно хороший строить на этих шариках. Идем, короче, теперь к главной сцене. Оказывается, туда, куда мы пришли, это была не главная сцена. Юлька, короче, Маркины, как их, господи, Михайловы, все, короче, там уже. У центральной площади, напоминаю, это день города Ступино, блядь. Идем к администрации. Леночек. Ослепил, ослепил. Со вспышечкой работаем. Подходим к самому центру празднования Дня города Ступино 2022. Поет Максим, ну, естественно, оригинал. Ой. Я сходил в магазин. Взял водярку себе. Потому что все маленькие мензурки по 250 грамм разобрали, остался джин и водка. Поэтому мне пришлось выбрать водку. Ну, либо пол-литра брать, ну, нахера мне. У меня в сумку не вмещается. Сумка, да? Маленькая очень, надо больше брать. Дело не в бутылке, дело в сумке. По-любому. Народу. Ту-ду-ду-ду. Вот они. Всем привет. Встретили ребят. Это наши ребята с деревни. Они, ну как, мелкие мы их называем. На самом деле они уже не мелкие, они уже взрослые. У нас с ним рубашка почти одинаковая, блядь. Ну, я говорю, подписывайся, там все дела. Илюха. Сергей Жуков, группа «Руки вверх», города Ступино, на мероприятии «День города» 2022 года. Thank you.
нашли потеряшечку. Остальных не можем найти. Юльке не могу дозвониться. Где они, что? Гуляем здесь, вот недалеко от сцены. Жуков поет. А Поли! Евген. Фу, блядь, Евген. Алкас проклятый. Тебя целует, говори, что любит. Че там? Вот ты, господи, побежала. Ленка показывает, смотрите. Инвалидушка. Короче, она сегодня пизданула. Ты упала прям, да? Да. Короче, она пизданулась прямо у подъезда. Какие-то шакалы вытащили доски, да? Да, там прям я. Уроды, блядь, уроды. Я не могу больше ничего сказать. Администрация города Ступино. Там еще что-то за здание, не помню. У меня в Ступино живет у мамы брат. Ну, с семьей, естественно. Зачем тебе стоять одному, Денис? Ты устал от нас? Мы тебя настоебали, скажи честно. Коронавирус. И это называется социальное поведение. Коронавируса не существует. Поэтому мы с него прививки делаем. Вот именно, делаем, Денис. Ой, смотри, тут фонтан есть. Но он, правда, это, уже в темноте. И не подсвечивать. Слышите, как аплодисменты? Смотрите. Аллея Славы, ну такая же, как у нас в городе, в принципе, во многих городах. Лучше по профессии. Почетные граждане города Ступино. Народ тусит, отдыхает. Я обещал сигареты же не курить, да? Ленка говорит, это не считается. Жуков все поет. Мы, конечно, не прошли к сцене, естественно, никак вообще не пробиться. Ну, плюс коляска же мы еще. Поэтому тусим здесь. Денчик, как тебе день города Ступино? Как тебе день города Ступино? Да нормально. Напоминаю, что здесь сегодня Гаязерс Бразерс выступали, но мы на них не успели ни хера, поэтому успели только на Жукова. А? Ну вот такое расписание. Пробрался к сцене как мог. Чужие губы тебя ласкают, чужие губы шепчут тебе. Ты одна такая, сама себе. Народу пиздец. Конечно, не озера. Кроссовки, как у меня, у малого только что увидел. Я их не нашел. Они куда-то делись все.
Я вообще, я дошел почти, ну, я дошел до самой сцены, только с краешку. Мне кажется, они в самом конце, ну, самые у сцены. Михайлов не поднимает, у которого единственный, блядь, работает связь. Надеюсь, они догадаются дать мою куртку. Куртку мою отдать, блядь. Ну, как я так поеду? А потому что тут нет меня. Точек стреляет. Заканчивается торжественно салют в городе Ступин. День города прошел. Прошу, пожалуйста, подписаться на канал, поставить лайк, кто это еще не сделал. А ниже палец вверх. Пишите. Пишите комментарии. Люблю, целую. До новых встреч.